П'янага водителя затрымалі неабыякавыя грамадзяне. Адбылося гэта на вуліцы Шалюскінца ў Магілёве. Сваімі неадэкватнымі паводзінамі мужчына прыцягнуў увагу ўсіх аўтамабілістаў, што ехалі з ім побач да тралейбуснага парка. Вадзіцелі проста так гэтага не пакінулі. П'яны водитель на дорозе – погроза для кожного. У Могилеве звичайные громадяне, махчима, предухилили великую беду. Они спынили пьяного автомобилиста и выкликали инспектора УДАИ. С рулем ехали вы? С рулем ехали? А ключи кто? Все видели, да, кто с рулем? Все видели. Да, да, все, да, сейчас, да, да. Сейчас, значит, надо будет каждого просить тогда вас, что конкретно. Он ничего не пил за рулем. Вот вы приехали на место, получается? Нет, нет. Как нет, было? Ну, вот, вытащили, остановили? Это, слава Богу. Вытащили вы его, да? Да, да. Глядящий у вочи инспектору, водитель спробовал подмануть, мовляв, за рулем был не он, однако видовожцы ствержали отворотное. Пытался скрыться. Ключи от автомобиля вашего, да, это? Да, 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 да. То есть сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да тут 15, целая бригада. Ну, 20 человек видели, что вы не ехали. Вы нормальный человек вообще? Что вы не ехали? Нетверозого мужчину посадили у патрульный автомобиль, однако это его не супокоило, и он по-ранейшему вел себе неадекватно. Наркологию сейчас поедем. Ну, законно? Законно, да, ты задержан. Законно? Законно. Законно? Успокойся. Водителя отвезли у наркодиспансер. Навод праз 5 годин после затрымания алкоголь у его дыхания перевышал допущальную рысу у 5 разов. Мужчину накировали у вытверезник. Павел Савицкий, Наталья Ильинична, Вин регион.